Всем здорово, ребят! Ну что, я просто угораю с некоторых моментов обновления. Есть плюсы, есть минуса. Сейчас я по-быстренькому постараюсь вам показать. Еще один угар. IGG уже лепят рекламу. Я не знаю, у них все плохо, так я не знаю, что там они делают. Но что интересного есть, я сейчас вам покажу. Смотрите, сейчас мы с вами создаем команду с одного героя. Нападаем. Ну и как обычно у нас сливаются герои. Все, слились. У нас герой потерян. Заходим сюда и вуаля, у нас реклама и здесь. За найм героев реклама есть. За там колесо есть. За ежедневный вход есть. Скоро и сюда уже добрались. Даже в Запределе уже есть реклама. Ну, по большому счету, это хотя бы один шанс. И я считаю, это очень круто. Ну нафига, вот дайте просто один бесплатный шанс. Нафига вы столько лепите этой рекламы? Ну это уже просто бред. Скоро, чтобы зайти на битву гильдии, вообще в битву замков, чтобы зайти, надо будет скоро посмотреть рекламу. Потому что без этого реально никак. Ну, просто удивляют. Вот. Сделайте бесплатно одну попытку. Сделали там в колесе, сделали в том, люди будут. Но уже сюда пихают. Короче, скоро ожидаем на каждой локации. Просто бешеного трэша, я не знаю. Ну, просто реклама везде уже. Каждая локация, наверное, за вход надо будет посмотреть рекламу. Перед битвой гильдии рекламу. Перед атакой фортов рекламу. Перед тем, как запустить битву замков, надо будет посмотреть клипец. Но сколько можно, реально? Сделайте что-то полезное. Так, закончилось у нас. Поехали, я сейчас перейду на свой аккаунт. Это аккаунт подписчика 14 тысяч, потому что я у себя уже это прошел, и у меня кнопочка пропала, я хотел вам показать. Я сам удивился, честно говоря, из первого раза зашел и офигел, просто офигел. Такс, поехали. Поехали посмотрим, что у нас поменялось после обновления. Как видите, неактивных два окна последних. Очень странно, очень-очень даже странно. Они такие неактивные, меня это начинает пугать. Вот так, тут все понятно. Новый остров, ребятушки. Что у нас в новом острове? А нового героя в острове нет. Как же так? Что же будет? То есть завтра нас ожидает опять же остров, но без героя получается. Получается, новый герой не запихнули сюда, будем собирать сумочек, не с пыльцы. Да ладно, не верю. Или, возможно, они хотят побольше пока с лисом поиграться, чтобы люди подонатили на лисичку, а потом на нового героя. В общем, нифига нам не добавили. Так, открылся коллекционер героев. Вот такое. Тут, кстати, есть еще какие-то вот две акции, они у меня не открываются. Я не знаю, почему. Почему они не активны, они что-то закрыты. Возможно, попозже будет. Либо ко дню Святого Валентина сделаю что-то, ну, я уже даже не знаю. Я уже просто не перестаю удивляться IGG. Тут чего хочешь, можно ожидать. Короче, коллекционер, понятно, Спрингвилл, пакеты, ну, нового героя пока нет. Скорее всего, я ко дню, возможно, запустят, когда на всех серваках одновременно запустят, не знаю. Акции тоже, как видите, нет. Поехали сюда. Посмотрим, что у нас на рынке. Может, что-то добавилось интересного. Но пока ничего интересного я не вижу. Все то же самое, что было с утра. Значит, возможно, завтра при обновлении это добавится. Окей. В принципе, поэтому все. Поехали в новый режим. Второй день. Люди как-то поменялись? Нет, ничего не поменялось. То есть добавили у нас получается ладного. Ну, в любом случае надо всем фармить, ну и эмблемки. В любом случае надо фармить. Поехали посмотрим, какие здесь, может, изменения какие-то есть. Пока
пока никаких изменений нет. Но реклама просто уже убивает, я уже не знаю. Ну, они уже просто по ходу трешуют, издеваются. Ну, везде, блин, напихано, везде уже. Скоро же говорю, в каждой локации будет просто тупо реклама. Непонятно. Странно, что в остров они не добавили нового героя. Наверное, очень мало задонатили на Алиса. То есть никто не покупал. В итоге они решили еще придержать. И придержать нового героя не добавили в остров. Но я думаю, со временем добавят. Это ж, ну, без этого никак. По-любому он будет за пыльцу. По-любому будут... Хотя мешков в файлах не нашли. Поэтому неизвестно, каким образом. Возможно, где-то будет локализация через... какую-то акцию, вот эти акции, которые скрыты, не знаю, пока они скрыты, ничего нету. Ну, ждем, надеемся. Хоть что-то откроется. Так, Гарпий 140. Ну, здесь тоже никакого обновления в этой локации нет. По сути, одна и та же самая локация. Ничего интересного, ничего, никаких усилений. Единственное, что мы увидели сегодня... Два демона здесь. Так, что-то мой ледяха перестарался, походу. Мальца. Надо его немножко подальше поставить. Мы сейчас еще в таймер не уложимся. То чувство, когда перекачал. Сейчас времени просто не хватит. Хотя у нас 6-6 мы собрали. Не надо его ставить так близко. В общем, не знаю, позитива в обнове тоже хватает. Негатива, в принципе, как такового нет. То есть талант я потестировал, чарку потестировал, покажу вам. Ну, такое себе. Героя посмотрел, такое себе. Будем ждать донатного героя, его еще не добавили. Плюсы, то, что на волны добавили хороших героев, хоть какой-то шанс собрать осколками. Плюсы, то, что в кабашке усиление сделали, дали больше плюх, чтобы фармили. Это однозначно плюс. Изменения в скиллах героев вам тоже показало, но такое, чтобы там прям мега вау-вау, я бы не сказал. Немножко усиление, оно на игру не повлияет, раскол пофиксили. Самое основное, что у нас не пофиксили барда, не пофиксили истинную веру. Почему это было так сложно сделать, я просто не понимаю. Уже. Блять, вот это я поставил ледяху. Просто трэш какой-то. Наконец-то хоть смотр ударил. Хоть какой-то плюс. Так, Арктика. Отлично. Ну, мы и так прошли, видите. Таймер закончился, мы затащили. Так, поехали. Посмотрим, что нас тут сегодня ждет. На второй день стрелки сразу же вылетают. Нифига себе. Так, надо тыковку поставить. Отдельно тут мы поставим зефира и поставим это. Если что, потом ледях и прикроем с другой стороны. Самое главное, что они не выпускают орнитоптеров. Вот это, и они не станут там и прочее. Вот это однозначно плюс. То есть мы успеваем их убивать. Так, первый демон пошел. Демона первого убили. Нормально, справляемся. Будет второй демон у нас. Интересно, откуда. Так, есть. С стороны тыковки. Ну, в принципе, нормально. Тыковка его ушатала. Все, изи. Плюшки забрали.
без проблем. В общем, такое вот, ребятушки, по поводу обновы. Вроде все, что мог, вам показал. Ожидаем, я думаю, завтра на русском сервере. И уже будем там трешивать. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Пишите, может, что-то интересное заметили вы тоже. Но пока нового героя нет. Второго, точнее, нового героя нет. Все. Всем удачи. Я побежал. Всем пока.